Здравствуйте! В этом видео я расскажу вам, где в интернете можно купить дешевые телефоны. Наверное, многие пользователи интернета знают про такой сайт, как AliExpress, и пользуются им. Если ты один из этих счастливчиков, то переходи в описание к видео. Там я оставил ссылку на самый лучший дешевый ударопрочный смартфон – Blackview BV6000. Среди ударопрочных телефонов есть, конечно, дешевле, но конкретно этот смартфон, как по мне, один из самых лучших. Но я думаю, что не все пользователи все-таки знают про AliExpress. Либо знают, но не пользуются, потому что не знают как. Это видео как раз для вас. Я помогу начать вам экономить на покупках. Для начала перейдите на сайт AliExpress. Можете просто в гугле вбить AliExpress, и там первый запрос должен как раз таки этот сайт быть. Либо введите побуквенно адрес, как на экране. Здесь на главной странице нажимаем «Регистрация», нажимаем «Зарегистрироваться». Появляется окно. Здесь мы должны вбить электронную почту. Если у вас ее нет, нужно завести. Вбиваем соответствующие поля адрес электронной почты, ваше имя и фамилию, придумываете хороший пароль, подтверждаете его, вводите капчу. Это чтобы подтвердить, что вы не робот. Да, и пароль лучше запишите, чтобы вы его не забыли. И нажимаете «Создать ваш профиль». Все, аккаунт создан. Теперь можете совершать покупки. Для примера можете перейти по ссылке в описании к видео. Я рассматривал этот телефон. Здесь вы выбираете параметры, цвет, могут быть и другие параметры, но здесь только цвет. Здесь также есть сервис, обслуживание. Вы можете его убрать, чтобы не переплачивать. Нажимаете «Купить сейчас» и переходите на страницу, где вы должны заполнить информацию о себе. Вводите свою фамилию, имя, отчество, страну проживания. Далее нужно ввести свой адрес, а также почтовый индекс. Если вы не знаете почтовый индекс, вы можете посмотреть его на сайте Почты России. Здесь во вкладке «Отделение» можете ввести свой город, и отобразится список со всеми отделениями, которые есть в городе. Вот на примере Курска. Выбираем отделение, которое ближе всего находится к вашему дому, или которое удобнее всего вам. Смотрим на карте, если нужно. Смотрим, какой у него почтовый индекс, копируем его и вставляем в наше поле. Также вводим город, улицу, дом и квартиру. В поле «Мобильный телефон» введите свой номер телефона. Вот здесь я забыл ввести область. Из списка выбираем ту область, в которой вы проживаете. Здесь ничего вбивать не надо, все есть в списке. Найдете. Нажимаете «Сохранить». Проверяете заказ, правильно ли вы все выбрали. И дальше выбираем способ оплаты. Здесь есть три. С помощью карты, Яндекс.Деньги и WebMoney. Если у вас есть карта, оплачивайте картой. Так удобно. Вбиваете номер карты, ну и все данные. Все данные, которые нужно вбить, находятся на вашей карте. Код безопасности состоит из трех цифр. Вбивайте его сюда, это не страшно. Он находится на обратной стороне карты. Когда вы все проверите, заполните, то нажимаете «Подтвердить и оплатить». Я этого делать не буду, потому что мне не надо покупать телефон. Все, спасибо за внимание. Если видео помогло, жми лайк.